Вы находитесь в мастерской МТМ. Хотел бы предложить байкерскому вниманию колокольчик. Гремлин Белл его называют. Но на самом деле, что это за колокольчик? Это байкерский колокольчик, который вам очень поможет в жизни мотоциклетной. Значит, первый раз я узнал про этот колокольчик от известного Синуса, который в пустыне в Австралии подобрал какого-то незадачливого мотопутешественника, у которого кончился бензин. Он его заправил бензином, напоил водой и спас ему таким образом жизнь. А тот ему в отместок подарил вот такой вот колокольчик. Синус отказывался, говорит, зачем мне колокольчик, у нас Валдай, там колокольчики, все такое. Он говорит, нет, это мотоциклетный колокольчик, который спасет твою жизнь, оградит тебя от бед, и если ты будешь засыпать, он тебя разбудит. Синуса два раза он спасал жизнь. И поэтому у этих колокольчиков очень магический звук, во-первых. Во-вторых, зачем тратиться на ремонт, когда колокольчик отгонит злых духов, которые ломают ваш мотоцикл? Вот внутри этого колокола существует такая специальная полость, в которую попадают все злые духи дороги. И от того, что колокольчик звенит, он мешает им ломать ваш мотоцикл и портить вам жизнь. Поэтому лучше всего, когда на мотоцикле он будет ближе к дороге, этот колокольчик висеть. Ну, на руле это самая верхняя точка, лучше всего на какой-нибудь подножке. Очень часто, наверняка, видели, у байкеров висят колокольчики. Я столкнулся с тем, что я рассказываю про эти колокольчики людям, а люди не знают, что это за колокольчики, потому что